Мария Каллас. И что, говоришь, заготовки будешь делать, да? Ну, коко Шанель закончу. Так. Эти две. Потом заготовок сделаю немного. У меня уже вырезаны. И только надо будет... И кого тебе надо делать? Начинить. Вот. И потом начну делать три этого самого Зора. Ну и все по списку, то, что у меня раньше я делала, какие. А кто там было? Все-все. Всех по три. Вот это же огромный этот список. Да, этих всех. А новых никого там не было такого? Ну вот эти шибы, новые, старые, все-все делать. Ну, понятно. Анечка сказала, это последние эти делать, а потом что-то новенькое. Понятно. Значит, Мария Каллас вот такого вот. Ты, ну, понятно, оперная дива, ты такую гонаешь к старости, ты же раз располнела. Я решила ей это платье сделать. Ну, какое решила, так и будет. Это вот красивого золотого такого, да, материала. Было кусок большой у меня. На. Вот. И Мария Каллас. И жалею, что я его начала резать. Надо было Любочке сделать что-нибудь. А, что-нибудь юбчонку, да, какую-нибудь? Даже платьице там было. Даже вышло и платьице бы. Даже, ну ничего, мам. Был этот кусок. У нашей Любочки. Она еще приходила, мерила на себя все, то я взяла на двое, на два так положила материал и дырку здесь сделала посредине, чтобы голова ее пролезла. Одели мы на нее, и она ходила так по комнате перед зеркалом. Вот ее приучаете, вот она все любит мерить, всякие эти дела. Она сама в шкаф залазит, достает. Добро, чтобы это ей не навредило, это увлечение ваше. Ничего. Вы любите портить друг друга. Вот есть такие, значит, женские правды, порчения, а есть такие мужские порчения, которые там, допустим, выпить, рыбалка и прочая хрень. Я занимался и тем, и другим, но это мне никогда не нравилось, ни рыбалка, ни выпить и так далее. Все надо знать меру. Так само и в этой моде, в женской части вы должны тоже не приусердствовать, не приучать маленькую девочку всякой фигне. Один шарф у меня большой. Соседка когда-то мне красивый принесла, бордовый такой. Вот. Любочка тогда взяла этот шарф на себя, на померила и сложила, и говорит: бабця, ты спрячь его. Я подрасту и буду носить его. Ну, понятно, господи. Дети, это ты уже рассказывала, кажется, когда-то, но это я не записал, но добро. Ну, мама, ну это надо очень деликатно и ненавязчиво отучать от этого моды, бо это все кретинизм и дебилизм воспитывает человека. Да, очень красивые бусы были. Какие классные бусы, это соседка коробочки тебе принесла, у Марии Каллас. Любочки так понравились. Угу. Но она выбрала зеленые и синие, оставила мне, а розовые и красные. Говорит: бабця, это я до дому возьму. Я говорю: ну бери. Вот. Ну да. Хотя мне самой нужно. Для работы были, да? Да, ну я отдала. Я у нее спросила, я говорю: есть у тебя? Есть. Сказала, что есть. Так это я раньше не видел у Марии Каллас вот таких бус. Это ты сейчас вот только употребила.